15 дорожно-транспортных здарений за минулые сутки отбылось на территории Гомельской области. Есть потерпелые, два пешехода и пассажир автобуса. У Турове виновник ДТЗ на Вольво зачапил одразу несколько автомобилей на стоянце, сбил пешехода и снес огороджу приватного дома. Потерпелого шпитализовали у Житковицкую ЦРБ. Остатние удельники застались на месте аварии для высветления всех обставин здарения. Верогодная причина ДТЗ – водитель Вольво заснул за рулем. У Брагинском районе о полове 7 годины вечера 54-годовый водитель сбил пешехода, який шел по проездной частце без светлоотбивальных элементов. С места здарения мужчину отвезли у реанимационное отделение. А у Гомеля при торможении пассажирского автобуса перед светлофором у салоне упала женщина. С травмами ее доставили в областную больницу.